Так, все, да, подонкратил, снял защиту. Сейчас надо. Что тут, блядь, сухо? Да вроде сухо. Откручиваем сливную пробку, сливаем. Потом фильтр. Самое хуевое здесь фильтр снимать, блядь. Не подлезешь. А так-то, в принципе, нормально. Так, ну что, все приготовил. Сливная пробка. Шайбочка в этот раз новая. Фильтр новый, масло, как всегда, лью. Вот это хорошее масло, блин, кстати. Ну что, понеслась, откручиваем пробку, сливаем масло, откручиваем фильтр. Так, все подготовил, сливной этот. Кто сливать будем, ключ хитрый здесь на 21. Ну и все, полезли, откручивают крышку, гей, пробку. Пошла массовка. Сейчас также останем немножко сливаться, потом отпустим донкрат, чтобы все как бы вытекло. Ну и в обратном порядке. А еще фильтр надо снять. Вот это самое, блядь. Здесь поебень в этой машине, блядь. То, что не подлезешь туда толком, блядь. Хули делать, надо снимать, нахуй. Никуда не денешься. Ну что, в принципе, все. Можно закручивать назад. Уже, в принципе, тут капли капают. Я уже пробовал отпускать донкрат. Все там, в принципе, пусто. Ну все, сейчас закручиваем. Закручиваем болт назад. И будем заниматься фильтром. Так, все, сливная пробка на месте. Будем заниматься фильтром. Так, ну все, начинаю откручивать фильтр. Фильтр находится вот тут, самая жопина. Он, я уже ключ ставил. Тут бродил о том, что неудобно откручивать. Подлезешь, и рука даже не пролазит. Я постоянно как откручиваю, так все руки разбиты. Ладно, что будем крутить, куда деваться, пока еще не жарко на улице. Фух, блядь, часа не прошло. Бля, как в этот раз подзаебался его откручивать. Не знаю, блядь, вообще там неудобно, блядь. Блядь, или снизу надо все кожух открывать, это и снизу откручивать, потому что сверху вообще невозможно. Фух, ладно. Сейчас будем думать дальше, что делать. Смотри, старый фильтр, блядь. Чего так повело, блядь, или чего, блядь? Новый фильтр. Стаканчик помыл, все. Сейчас надо вот эту резинку выковырить и новую резинку. Заебись. И потом можно будет на место ставить. Блядь, как я помучился с ним, ёптик-дик. Не знаю, надо что-то думать, блядь, другое. Это не дело, так его откручивать нас. Покорябался он весь, блядь, смотри, ну. Ладно, это полбеды, теперь его назад надо закручивать. Это вторая часть марлезонского балета, блядь. И последняя, самая тяжелая. Так, старую сняли. Надеваем новую. Ну, это еще мелоча, это все делается быстренько, блядь. Все равно на месте. Ставится фильтр так и вперед. Как ни странно, закрутилось нормально. Вообще даже, блядь, нигде не стопорилось, ничего. Или просто хорошо смазал, блядь, наверное. Я хорошо прям взял, в эдефирском промазал и четко-четко закрутилось. Только в конце там, ну, чуть-чуть это там как бы силу применил. Вот так, в принципе, четко. Но откручивал же в этот раз, ёб твою мать. Не знаю, надо смотреть специальный ключ и новый стаканчик ставить. Потому что там уже посадку для ключа уже раздолбано. По идее, там вроде как 25, я понял, ключ должен быть, а я уже на 27 закручиваю, блядь. Ладно, все, можно заливать масло. Так, залил нижний уровень.
Сейчас заведем, чтобы масло разбежалось по системе, потом будет видно. Так, ну с маслом мы закончили, заменой масла точнее. Сейчас начнем заниматься подвеской. Хочу, там появились уже рыжики на подвеске, блядь. Ну, ржаветь начинает. Хочу вот такой щеточкой пройтись. Я уже задние подвески чистил, ну еще можно. И вот такой у меня есть лак, шпрей. Он как бы стоит для защиты от коррозии. Так, Идеальфер лак лиринг фон коррозии он фельген. Короче, сейчас за железо и фельги. Фельги нам не надо. Вот подвеску. И вот это такой у меня цинк есть, краска. Можно будет выхлопную трубу тоже обновить. Я уже в прошлом году обновлял, в этом году тоже. Но сейчас пока полезем под низ вот этой щеткой, попытаемся сколько можно зачистить эти рыжики. Ну вот, про это говорю, видишь, ржавчина начинает. Хочу немножко зачистить щеткой и куда дотянется рука. И этим лаком все, никакая защита будет. Так, ну вот так вот выглядит примерно, да? Сейчас этим лаком эту сторону, ту сторону, сзади. А потом, когда на следующей неделе буду резину менять, и снутри вот это все тормозные, блядь. Вот эти, блядь, как они называются, блядь. Тоже можно будет, сколько подлезу, тоже зачистить. Все нормально же смотрится, да? Все, какая-никакая защита от ржавчины. Сейчас вторую сторону также. По-хорошему все надо сейчас. Ну, блядь, сейчас времени нет. Сейчас сделаем только подвески, блядь. А потом, как я говорил, на следующей неделе сделаем внутреннюю сторону, когда буду резину менять. Потому что здесь как бы, блядь, с той стороны неудобно, надо колесо снимать. Вот так зачистил, более-менее. Но это не перфект, это не 100%, но хоть какая-то защита будет. Видишь, она тут уже, блядь, конкретно начала гнить. А этот лак вот на год, на два, блядь, потом можно будет опять обновить. Все, какая-никакая защита. Так, сейчас красочка. Я думаю, нормально, да? Четко. Сейчас также задерем зад и зад немножко обновим. Ну, я вспух тоже. Это, по идее, труба нормальная, еще четко, нигде ничего не гниет. Задний этот можно обновить, бачок. Так, что здесь сделался? Бля, чуть-чуть что. Вот здесь кусочек сейчас я дамажу. Ну и все, в принципе, можно будет зад подомкрачивать и сзади делать. Нет, тут все идеально, блядь. Все четко.
Че, нормально, нет? Я думаю, пойдет для защиты от ржавчины. Конечно, выглядит как колхоз, но пойдет. Сейчас еще подвесочку черную подкрасим и будет четко. Все, пожалуй, все. Все хотел, сделал. Потом, как я говорил, когда буду резину менять с внутренней стороны, еще зачищу и также пройду с защитной краской. Ладно, что, все. На сегодня все. Надо отработку слить. Вот эту емкость. И потом отвезти ее на куда-нибудь на заправку. Че я выкинул, блядь? И это делается так. Блин, как бы не разлить сейчас дохуя. Пойдем попробуем аккуратно сделать. Ага, получается, вроде получается. Вот так мы его сейчас сольем в эту емкость. Эту сразу надо помыть, приготовить на следующий раз, чтобы все было готово, все чистенько. Следующая замена масла мне на Митсубиси жены. Но это будет где-то в ноябре. Так, вроде все. Но останется только мне на следующей неделе поменять резину. Ну и тормоза там про. Посмотреть, где эти. Посмазывать болты вот эти, блядь. Направляющие. Ну и все, в принципе. Ну, можно фильтр этот внутренний. Фильтр салона поменять. Ну и все, машина будет готова к отъезду. Будем ждать 22 июня. Ну, осталось-то 5 недель. Ну да, почти 5 литров. Бутыль 5 литров. 4 с чем-то. Это с Митсубиси, блядь. С моей большой. Так, а где крышка отсюда, блядь? Кто видел? Кто видел крышку отсюда? Так, ну что, все почистил. До следующего раза. Ванночку, все, это, леечку. Сейчас убираю верцойки и все. На этом все. На следующих выходных. Всем пока. Спасибо за просмотр.